чемпионы. Алексей Железкин. Железкин рыбак. Ловит рыбу, заловит ее в подсадку. После того, как рыба будет отпущена, счет станет 5-3. Железкин зачет. Темп. Леха одну, Малышу две. Темп. Ну, что, догнал Малышу, что ли, Леха? Уже обгоняет. Да ладно. Ну, пока обгоняет. В одну рыбу. На одну сейчас выпустить, будет поровну, по-моему. Нет? 10-9. Я ебать не хотел. Мы не доловили. Малышу опять. Быстрее, быстрее он. Темп. Ведет сражение с форелью. Ох, нервы накаленные. Тоня просто не позволяет сразу завести попалку. Дается со второго раза. Евгений в данный момент сокращает отставание до одного хвоста. Что было рассажено функционально? Лыскин зачет. Никак не влез, да. Железкин рыбак! Железкин зачет! Счет! Железо! Железкин, Лыскин, 6-4! Железкин, 6-4! Железкин, Лыскин, 6-4! Спасибо! Спасибо! Одну не засчитали. Как, а что случилось? Сеткой коснулся подсадка. Лыскин рыба. Лыскин зачет. Шесть фору дает. Не выходит на одну. Такое рубило его. Давай.
8-5. Осталось 5 минут. 4. Слышишь, это тон стук? Еще как. Шут болит. Они сейчас кинутся. Лескин рыбаку. Даем? А вот теперь рыба. Зарубили они рыбу? Малыши. Какой был помощник? Я ж не знаю. Да, ну не могу. Бля, ну что, он прикалывается, две рыбы помощника. Ну как так нужно играть? В финале, да? Где бы вот это вот? Лоськин значок! Да, поставлять. Живой сбил? Нет. Живой еще? Давай, Петя! Ты разбишь и на лицо обратно. Она туда и еще два раза свечки. Ну, так мы по степу уверены. Они охуели, она там драйвит. Мало времени осталось. 3 минуты. Верим. Там Малышев на рыбу идет. Есть, конечно, он на две, Лёха, не засчитали ту рыбу. Да. Она и так не выскакивала. Я увидел, как она прям вот так чу, полетела. И еще я ее завел не сразу. Она вот так на хвосте прошла, потом ушла сюда, опять на свечку, опять туда, блядь, и только потом я ее все завел. И еще она оказалась одноглазая, блядь. Это когда я воду обнебанул, она у нее вылетела. Мало времени на финиш. Железкин рыба! Все принимают ее. Вы слышите, надеюсь? Успокаивающий Алексея после того, как он достанет свою рыбу из подсака, преимущество его будет составлять 3 рыбы. И Алексей должен сейчас приводить нервы в порядок, спокойно долавливать период. Аннулирует. Еще играть. А вот время сколько? Лескин зачет, Алексей! Я смотрю, что очень глубоко, я закрываю. Лоскин, рыба! Какой там счет у этих? Зарубили они одну рыбу летит. Как бы знал, сейчас пока ее будет отцеплять еще будет. Одну рыбу летит. Две не засчитались, одну вел бы.